про курс. Это самый-самый-самый-самый курс. Он самый сложный, самый интересный. Сложный, потому что здесь уже нельзя так как-то... Здесь нужно работать каждый день домашние задания выполнять, иначе все будет на смарку. И это самый-самый курс, потому что у нас самый-самый-самый был лучший преподаватель и режиссер Юля, и мы ей очень признательны и обещаем, что будем теперь каждый день заниматься сценой речи, речью «Вот вам крест». Спасибо. Эмоции от показа у меня самые положительные. Волновалась много, но получила хорошую отдачу, и было интересно, и поддержка ребят, с которыми мы вместе были на сцене. По поводу курса, мне курс этот очень помог в плане развития речи, постановки голоса, работой с артикуляцией, вот, и он оказался очень полезным в повседневной жизни. Я стала громче говорить, я стала четче, внятнее говорить, мне стало приятнее слушать свой голос со стороны на записи, вот. По поводу преподавателя, это Юля, и я у нее вот уже на втором курсе была на интенсиве, и теперь закончила «Говори красиво», и она мне очень нравится как преподаватель, мне нравится ее подход, она находит его ко всем, и она очень интересный человек, добрая, искренняя, и у нас на занятиях была очень теплая атмосфера. Только что закончился показ нашего представления небольшого. Конечно, столько эмоций, волнения и столько позитива я давно не испытывал. Все это благодаря курсу, который я закончил, «Говори красиво», который даже для человека, не связанный с театром или кино, помогает понять основные принципы, как правильно строить речь, как правильно формировать звуки. Особенно хочется отметить нашего преподавателя Юлю, которая с нашей разношерстной группой умудрилась 3 часа занятий превратить в 30-минутный фан. Это действительно тяжелая работа, но когда она проходит на таких положительных эмоциях, то я с большим удовольствием ходил на наши занятия, несмотря на тяжелый рабочий день. 3 часа в конце дня для меня пролетали как мгновение. Спасибо Юле, спасибо этой школе. Выступление сегодняшнее для меня было эмоционально, как и, наверное, для каждого человека выступление на публику. Но мне очень понравилось, потому что раньше я как-то, у меня было слова как-то заплетались, иногда говорила нечетко. Благодаря этому курсу теперь я прорабатываю свою дикцию. Плюс еще мне понравилось, что нас обучили, как мы можем, там, грубо говоря, манипулировать своим голосом и осмысленно это делать, а не только под воздействием каких-то эмоций. Вот. Курс сложный в том, что он более технический, мы прорабатывали звуки, произношение их, не было каких-то ярких эмоций в плане как на актерском мастерстве, потому что я до этого прошла курс интенсив на актерском мастерстве, но он очень полезный в плане там, дикции, и результат после него есть. Юля как преподаватель мне нравится, это уже второй курс с ней. Она очень крутой специалист. По показам могу сказать, что это первый показ и выступление моей в жизни так вот, на публике. Было очень много переживаний, эмоций, мыслей, как оно пройдет, как оно будет. Ну, на самом деле мне очень понравилось. Все очень классно. Именно энергетика, присутствие выступления заряжает позитивом. По поводу курса,
на курс я пришел, мне посоветовали, что ходят ребята, говорят, сходи. Я пришел, у меня проблемы с дикцией были, я плохо разговаривал, ну тихо, невнятно, меня часто переспрашивают, и говорят, говори громче. И благодаря курсу, тренировкам, то голос у меня улучшился заметно, мне даже мои друзья замечают это, говорят. И благодаря Юле, как специалист, то, что я запомнил, она с первого знакомства, с первого общения с тобой, она понимает, в чем у тебя именно проблемы, где твои зажимы и как над ними работать. Я Евгений Темный, я только что закончил показ, после курса «Говорим красиво». Что по поводу курса, могу сказать, что упражнения действительно рабочие, техники рабочие, речь, дикция улучшаются и появляется уверенность в себе. Что по поводу Юли Витенко, она очень хороший специалист, очень добрый человек, очень внимательный, находит подход к каждому ученику. Ну и в общем, если вы хотите прийти за эмоциями, прийти за тем, чтобы улучшить свою речь и так далее и тому подобное, все на курс «Говорим красиво». У нас только что состоялся показ курса «Говори красиво». Впечатление самое замечательное после показа. Не могу сказать, что я сильно волновалась. Наверное, это благодаря тому, что у нас до этого был такой настрой, да, вот какой-то позитивный, добрый. Вот. И, соответственно, как бы для меня это выступление на публике было не очень волнительным. И я поняла, что на самом деле, когда ты можешь управлять немножко своими эмоциями, да, то у тебя как бы и речь, и голос, все становится на месте, да, и поэтому показ замечательный был. Что касается курса, на самом деле очень мне много дал, у меня тоже до курса были проблемы с голосом, да, то есть я тихо разговаривала, у меня не очень четкая была дикция, сейчас я вижу значительное улучшение в этом отношении, и мне значительно легче в плане дыхания говорить, ну, в общем, я вижу, что очень много техник, которые можно использовать и в будущем, и я буду над этим работать, и на самом деле это очень полезный и нужный курс не только актерам, но и вообще всем людям. Юля, ну что я могу Юле сказать? Юля просто профессионал своего дела, замечательный человек, добрый, искренний, с великолепным чувством юмора. Она настолько заряжала нас позитивом на занятиях. Вот спасибо ей огромное, так держать. Только что закончился наш выпускной показ курса «Говорим красиво». И эмоции зашкаливают, это такой новый опыт невероятный, общение с публикой непосредственно, свои эмоции организовать. И благодаря вот этому курсу, благодаря Юле, это очень сильно помогло и в жизни, помогло и при общении с людьми, потому что ранее я чувствовала какие-то зажимы, мне говорили о том, что вот ты тихо говоришь, невнятно, сейчас я чувствую изменения, преподаватель Юлия дает практические навыки, действенные, и если же их прорабатывать, то в жизни будешь себя чувствовать более уверенно, более четко, красиво говорить и располагать к себе. Вот. Также были, хочу сказать, об атмосфере на уроках. Она была очень теплая, дружелюбная. Это сложный курс, вот ребята говорили, но при этом было легко. И хотелось развиваться, и хочется и далее продолжать свое развитие. Спасибо большое Юле, спасибо большое курсу «Говорим красиво» и в общем школе «Сплэш». Очень понравилась атмосфера в самой школе, и хочется и далее ходить на курсы и развиваться. Всем спасибо. Только что закончился курс «Говори красиво», и несмотря на то, что мое выступление на показе было достаточно коротким, вот, мне очень понравился курс и сам процесс нашего обучения. Мы получили инструментарий, тот, который мы можем использовать дальше дома, вот, и улучшать свое дыхание, речь, взаимодействие с другими людьми. Очень понравилось, как преподает Юля, она находит реально подход к, так сказать, каждому отдельно и ко всем совокупности. У нас была и муштра, у нас был и юмор, и вот этот, так сказать, разный подход, он помогает больше и лучше закрепить знания. Поэтому спасибо большое, спасибо всем ребятам, которые были с нами на этом курсе. Спасибо. Показу сами классные, все было супер.
емоції зараз переповняють, тому слів можна не знайти. Курс дуже цікавий, дуже корисний. Це дійсно перший курс, який я пройшла повністю всі заняття, не пропустивши жодного. І я вважаю, що це отак. Юля дуже класна, підход знаходить до кожного. І хочеться йти, і розвиватися, хочеться далі йти в сплеш і на інші курси. Дякую.